Здравствуйте. Вечером 10 октября 2020 года в Коминтерновском районе Воронежа произошло серьезное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля, Cherry Amulet и Hyundai Solaris. Один человек от полученных травм скончался на месте. Столкновение произошло в 21:30 у дома номер 32 по улице Антонова-Овсиенко. 42-летний водитель автомобиля Cherry Amulet двигался со стороны улицы Хользунова в сторону Московского проспекта. В какой-то момент он решил осуществить разворот. Не убедившись в безопасности маневра при развороте, в него на полной скорости врезался встречный автомобиль марки Hyundai Solaris под управлением 21-летнего местного жителя. От удара оба автомобиля с серьезными механическими повреждениями откинуло с проезжей части на газон. Водитель Cherry от полученных травм скончался на месте. Информации о состоянии водителя Соляриса и других пострадавших пока никакой нет. Очевидцы в соцсетях пишут, что Солярис гнал на очень большой скорости. По их словам, он бы и не успел затормозить. По данному факту ведется проверка. Обстоятельства выясняются. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть максимально внимательными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. В плохих погодных условиях будьте крайне осторожны. Проявляйте уважение и водительскую солидарность к другим участникам движения. Никогда и никуда не торопитесь. Благодарим за внимание, берегите себя. Всем пока.